Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Большой огромнейший привет. Мною любимая рубрика «Открываю новую косметику». Открываю средство для снятия макияжа с глаз и губ. Двухфазное средство от компании Mary Kay. У меня такое полностью закончилось, поэтому необходимо просто уже, чтобы им начинать пользоваться. Его открываю. Также у меня закончился тоник. Открываю вот такой вот тоник, бесспиртовой. Я его переливаю в спрей-распылитель, и мне так удобнее пользоваться. И прям из этого спрея наношу по лицу, по там шее, область декольте. И вот быстро тоже заканчивается. Ну как быстро? Относительно быстро. И такие вообще, ну в принципе, расходники. Следующее, что у меня закончилось, это средство для умывания из серии Botanical. Такое гелеобразное средство с очень приятнейшим ароматом. В составе состоит Dragon Fruit. В общем-то, закончилось, все бросила в пустые баночки. Как и вот эти вот предыдущие упаковочки. И вот открываю для себя его. Мне оно очень нравится в плане того, что я вообще серия как-то Botanical перехожу в основном, пользуюсь вот такой в летний период. Ну и когда мне вот хочется такого гелеобразного средства. В общем, открываю для себя новое. Следующее, что у меня закончилась угольная маска. Такая вот угольная черная маска из серии Clean Proof для... Вообще, Clean Proof серия для проблемной кожи, но вот эта вот маска, она очищает поры, сужает поры. Когда она подсыхает, у нее какой-то есть и лифтинг эффект, очень хорошо чистит кожу. Мне вот нравится, регулярно пользуемся, подсушивает прыщики, можно наносить прям непосредственно прыщи, дочка так пользуется. Вот на прыщики наносит, оно как-то подсушивает, снимает вот эти вот воспалительные процессы. В общем-то, вот ее. Так, что еще я открываю? Открываю вот такие вот палочки от компании Tiande. Палочки использовать буду. Следующее. От компании Tiande открываю крем-гель для глаз от морщин из серии Genifique. Если правильно прочитала, вам не тут видно. Такой вот большой крем для век. Значит, упаковка такая интересная. Я вам в обзоре заказа показывала. Вот на такой вот пластиковой подложке лежит этот крем для век. 30 грамм. Очень большой, конечно, крем для век. Я комбинирую, пользуюсь разными, бывает утром одним, вечером другим, и бывает там подсяду на один, на какой-либо пользуюсь. В общем-то, вот открываю его. Следующее, что... Так, для лица еще открываю компании Mary Kay. Это у нас такая упаковка, комплект из 4 биоцеллюлезных масок. Они вот так вот находятся здесь. Видите, каждая в упаковке, маска биоцеллюлезная, наносится на лицо, держится порядка там 30 минут, эффект потрясающий, жидкости много, по этой маске можно и аппаратом работать, в общем-то, использовать ее рекомендую всем уже девочкам, кому там... Ну, за 30 и хочется прям лицо восстановить после, допустим, моря, солнца, лета, просто перед тем, как куда-то идти, хорошо выглядеть. В общем, маска классная, в общем-то, ее открываем. Следующее, что жидкое мыло для рук от Oriflame, вот с ароматом оливы, значит, открываем для всей семьи. Следующее, такой вот расходник, и это у нас гель для интимной гигиены Феминель. Очень понравился вот такой гель, был уже у меня такой, потому что был перезапуск, перевыпуск линейки Феминель с разными там ароматами, разная консистенция, разный состав. И уже был у меня такой, понравился один из, наверное, любимчиков, может быть, самый любимый пока на данный момент, вот этот вот сиреневый. И открываю вот его. Так, дальше. Вот такой вот у меня есть скрабик от Tiande, бодрящий лимон, соль для тела. Соль, скраб, вот в такой вот он, как бы, упаковке.
Значит, его хватит на несколько раз. Прям там чувствуется, знаете, вот такая вот соль. Прям я ее еще... Прям непосредственно этой солью натирается тело. Можно также, если добавить и поверх еще геля для душа, шлифуется очень хорошо тело. И такое тело становится, ну, то есть атласное, шелковистое. То есть вот такие мне нравятся скрабы, всякие такие штучки. Так, следующее. Это позже покажу. Открываю от... А, у меня, кстати, две такие, вот две соли. Я тут положила, чтобы вот как бы попользоваться подольше и сложить свое мнение об этом продукте можно будет больше. Кому интересно Тиандэ, ссылочку оставлю в инфобоксе на вот разные бренды, посмотрите. От компании Тиандэ открываю две свои самые, могу так сказать, самые любимые зубные пасты, которые подходят именно мне. Это жидкий кальций и натуральный океанический жемчуг. Чередую там утром одну, там в течение дня там вторую, вечером там могу опять там какую-то вернуться. Стараюсь всегда, чтобы у меня были обе они. Знаете, хорошо очищает, освежает дыхание, значит, бережно к зубной эмали, к чувствительной, бережно к деснам. И, знаете, и с кариесом вот здесь вот написано, что и очищает от налета, и, значит, препятствует образованию зубного камня, кариеса, да. Ну, в общем-то, дыхание освежает и та, и другая. Вот такие вот зубные пасты мои любимые. Я вот их открываю, потому что закончились у меня обе. И уже в ходу закончились. Так, следующее. Кое-что открываю по здоровью. Так, от компании Тиандэ биологически активную добавку пищи. Вот такой вот комплект грецким орехом. Ее, значит, буду пить здесь 30 таблеток. Они таких в пластинках, как, ну, как таблетированные. Значит, вот это. Потом еще от Тиандэ фруктовый чай мелкомолот, энергия очищения. По утрам это пьется, это во время приема пищи пьется. Это с утра натощак разводится. Здесь два таких пакетика, я уже один использую. Два вот таких пакетика завариваются и уже в таком теплом состоянии, когда уже пьется вот этот вот чай. Так, это вот это. И еще покупала я в Тиандэ серия Мастер Глаз. Вышла такая серия, там разные салфетки по уходу за домом. Купила я вот такую вот, это одна из первых из всех тех салфеток, которые там есть. Сейчас еще будет в новинках. Кстати, салфетка для оптики, есть салфетка скрабер для удаления, там такого жира, налета, чего-то там такого. Значит, вот это для стекол, как бы буду ее тестировать без применения, значит, она используется без применения чистящего средства для стекол, вот как-то так, знаете, заявлено. Значит, для окон, для стеклянной посуды, для зеркал. Чистит в одно касание, так упаковано. Кстати, в новом каталоге там есть акция на салфетки. Вот такая вот салфетка, вот так обработан край. Знаете, напоминает на ощупь вообще вафельное, ну да, и такая структура, как вафельное полотенце. То есть здесь есть брендировано, можно даже за эту петельку повесить, да, в принципе. Размер такой достаточно неплохой. Ну вот, смотрите, достаточно неплохой размер. Потом она просто моется там с мылом, да, смывается. Отжимаете ей, вытирать, как мне рассказали, что вот кто пользуется, понравилось, не оставляет разводов. В общем, буду тестировать. Для кафеля можно ее, написано вот здесь вот, для витражей, для стеклянной посуды, там зеркал. Ну, мы, девочки, такие, что нам помощники вот такие вот нужны. И, знаете, неплохо, наверное, если, я думаю, те, кто не переносит запахи бытовой химии, всяких распылителей, брызгалок и всего такого, ну, вот такие вот мини-гаджеты, да, позволят вот как-то
избежать применения химических средств, ну, допустим, как вариант, да, это тоже очень классно. Буду пробовать, то есть самой интересно, как вообще. Я в основном пользовалась, конечно же, там мыла там стекла, окна, и плюс еще применяла какой-либо там фирмы спрей для стекол и зеркал, и там натирала салфеткой для стекол и зеркал. Ну, в общем, мне самой интересно. Так, ну что, это вот все то, что мы с вами сегодня открыли, то, что мне уже прям необходимо открыть, пользоваться, потому что уже эти продукты прям закончились. Вот эти вот все, вот все уже закончилось, и вот просто необходимо уже все это сейчас в применение. А остальное это уже упаковки в мусор. Ну вот, такие у меня на этот раз средства, которые я открываю. Чтобы этот день провели вместе со мной, я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.